Итак, ребята, всем привет, с вами канал Роди. И сегодня у нас обзор на скутер АБМ-150. Этот скутер валит максимум 120, но я ложу стрелку до 120. Вообще я тягался с бандитом, короче. И там такая фигня, что бандит 120 едет, и я за ним не отстаю вообще. Я стрелку ложу. Такой скутер 150 кубов. Трапается, ребята, так, ушки стоит, кухан мощный, средний пластик, я заказал, скоро придет, потому что тот, у него вот здесь такие выемки есть, которые отваливаются, ребят, такая проводочка, там вот такой скутер стончащий, валящий, так, тут у нас ничего, ни ключа не надо вставлять, вот, тупо открываешь и все, тут у нас, о, Формула 1 у нас от наклейка отклеилась. Ладно, выкинем она. Да, ребят, такой вот скутер. Что еще рассказать о нем? Поворотка тоже от него. Она у меня один раз отвалилась. Давайте попробуем прокатиться. Заводим зажигание. Заводится он с кикстартера, потому что там нету аккумулятора. Да, ребят, нету аккумулятора. Так, заводим. И давайте заводим. Завёз со второго раза, ребят. Давайте проверим. Педаль тут не работает, ребят. Так, ребят, сейчас я вам покажу, как он валит ритм. Давайте, сейчас я положу камеру и посмотрите. Ему расплюнуть, короче, жучка крутить. Таков вот скутер, ребят. Давайте поддержим лайком меня. Так что это моя первая удачная мотопокатушка. Обзор на скутер. Да, ребят, давайте подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх. Давайте подпишемся на канал. Пальцы вверх.